В Британии христианам будет позволено носить нательные кресты на работе. Правительство настаивает на пересмотре дискриминационных внутренних правил работодателей, включая требования дресс-кодов, сообщает портал Victory. Новые нормы, вводимые правительством Великобритании в этом месяце, нацелены на ликвидацию предубеждений по отношению к вероисповеданиям и символам веры на работе, включая нательные кресты, хиджабы и многое другое, при условии, что они никак не влияют на исполнение должностных обязанностей работниками. Англиканская церковь Британии уже приветствовала это решение, отметив в своем официальном заявлении: «Каждый христианин, желающий носить символ своей веры в виде креста, должен иметь полную свободу это делать». Свобода вероисповедания и самовыражения была и остается одной из главных ценностей британского общества.